че, животное? Я тебе сейчас в окно выкину, я не прикалываюсь. Ты полетишь с пятого этажа, пятый этаж. Эти жестокие кадры снял и опубликовал сам Александр Сикорин. На них мужчина уже после издевательств угрожает своей девушке избить и выбросить с пятого этажа. Но по словам садиста, жертва здесь он. Ты не представляешь, как мне больно. Как я должен был среагировать на эту смс-ку? Зачем ты меня обманываешь, что ты типа знала? 27-летний мучитель решил проверить свою возлюбленную на верность. Накануне он написал ей с чужого номера, предложил встретиться, а та согласилась. По словам девушки, она сразу узнала почерк своего парня, но решила подыграть. Александр шутку не оценил и решил проучить 22-летнюю подругу. По версии следствия, угрожая ножом, он притащил ее к другу в квартиру, там облил зеленкой, побрил налысо и избил. Он знал, что девушка находится на 4-м месяце беременности, а еще у нее есть маленький ребенок. Видео разлетелось по интернету мгновенно. Сегодня Сикорина задержали полицейские, но это, похоже, не заставило его раскаяться. Поймал ее на измене, короче, подстриг ее на волосы, дал ей вещей, измазал зеленкой и отпустил домой. В интернете, где Сикорин, видимо, искал поддержку, жестокость и вправду осудили не все. Нашлись пользователи, схожие по принципам преступной морали. Все правильно сделал. Братан, я был в такой ситуации, ты красава, таких надо наказывать. Я тоже изменщику жестко отомстила, до сих пор в коме, помянем. На комментарии о том, что по парню плачет колония, Сикорин отвечает просто – уже отплакала. Он был неоднократно судим за кражу, грабеж, угон. В квартире, где сейчас живет девушка, двери не открывают. Ни сама девушка, ни ее родственники не стали сегодня с нами разговаривать, но их понять можно, ситуация не самая лицеприятная. К сожалению, таких ситуаций достаточно много. То есть если просматривать интернет какие-то ленты-колонки, то мы постоянно встречаем слово «абьюз», «зависимость» и тому подобное, и все время так поражает людей, почему это происходит. Можно сказать, что они нашли друг друга. Люди, когда играют, они находят партнеров именно таких, каким нужно для подыгрыша. Им хорошо с этими людьми, даже если это вот какие-то вещи, которые кажутся совершенно невероятными. Есть такой ход, это уже случилось. Ну, то есть это можно просто откинуть куда-то назад и пойти в жизнь уже не, по-новому, не обременяя себя вот этими, кто виноват там и тому подобное. Просто сделать шаг в другое существование. Следователи сегодня завели на Александра Сикорина два уголовных дела об истязании беременной и незаконном лишении свободы. Сейчас он находится в СИЗО и проведет там по меньшей мере 2 месяца. Если суд признает его виновным, ему может грозить до 7 лет лишения свободы. Стефания Микишова, Никита Сигай, новости Прима.